13 дорожно-транспортных происшествий, 13 пострадавших. Таков неутешительный итог минувших выходных. Дорожные полицейские пресекли больше 1500 нарушений. Треть из них связана с превышением установленного скоростного режима. В пятницу на улице Велишская областного центра автоледи сбила 19-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с переломом шейки бедра доставили в 7-ю городскую больницу. 29 июля на 25-м километре автодороги Ильинская-Хлебницы произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Пострадала пассажирка авто. Молодой человек, 17 лет, управляя автомашиной ГАЗ, совершил опрокидывание на проезжей части. В результате данного ДТП пострадала 17-летняя девушка, которая с травмой головы была доставлена в ЦРБ Ильинская. Данный водитель управлял транспортным средством, не имея права управления.